Треугольник ТКО. Его стороны – рекоператор, муниципальные органы власти и, собственно, население. Мусорной реформе уже скоро полгода, а понимания, кто и за что отвечает, до сих пор нет. Задачу с тремя известными теперь предстоит решить Станиславу Воскресенскому. Я попросил Общероссийский народный фронт провести публичное мероприятие обсуждения этого проблемы с активистами Народного фронта. Оно предварительно запланировано на 1 декабря. В среду свою позицию озвучили главы районов. Главный спор, в котором до сих пор не найден компромисс, кому убирать мусор вокруг контейнерных площадок. Рекоператор вывозит только содержимое мусорных баков. Мы хотим понять, в частности, Ивановский муниципальный, кто должен убирать мусор на территории контейнерных площадок. Это пока вот для меня лично это тоже камень преткновения, потому что рекоператор сейчас вывозит мусор из контейнеров, а то, что лежит рядом с контейнером, не убирается. Вопрос, кто это должен делать? Нужно понимать решение, да? Либо это регоператор, либо управляющая компания, как предлагают некоторые главы, либо это муниципалитет, поскольку в большинстве своем, точнее, собственник земельного участка. 1 декабря Станислав Воскресенский намерен выслушать позицию населения. Губернаторское решение, вероятно, будет озвучено по итогу круглого стола ОНФ. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.